Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Количество российских брендов на рынке Москвы увеличилось в 2 раза. Как сообщается на сайте мэра и правительства города со ссылки на руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова, росту активности новых иностранных и российских производителей в столице способствовал рост платежеспособности населения, ставший результатом увеличения реальных зарплат москвичей. Так, порядка 60% новых брендов, появившихся в Москве, это одежда и обувь. Остальные 40% занимают ювелирные украшения, парфюмерия и пункты питания. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!